половине третьего ночи в спасательный отряд МЧС поступила информация, что на улице Горького в районе остановки Сберкасса столкнулись два легковых автомобиля, в одном из которых заблокированы люди. 42-летний водитель одного авто погиб на месте. Его пассажирку спасатели МЧС и городской службы спасения извлекли в бессознательном состоянии, однако и ее спасти не удалось. Людям, находившимся во втором автомобиле, помощь спасателей не потребовалась.